Привет, друзья, меня зовут Николай, и мы сегодня приехали в профессорский уголок, или, как раньше его называли, рабочим уголком. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, сколько здесь много людей. Здесь их на самом деле очень много, и поэтому здесь реально отдых не сорван. Ну что, друзья, пока мы идем в сторону пляжей профессорского уголка, вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Так, друзья, здесь есть рыночек, где можно прикупить футболочки, плавочки и все остальное, круг, всякие браслетики и все остальное. Ладно, нам надо идти дальше. Конечно, с парковочными местами здесь напряженка. Так, здесь всякая рекламка, информация нарисована, написана. Можно почитать, посмотреть всякие туристические маршруты, санаторно-курортные комплексы и все остальное. Так, а вот мы и подходим уже к одному из первых пляжей. Друзья, вы посмотрите, здесь люди есть. Сейчас около 12 часов дня. Здесь такой скверик, довольно-таки неплохой, с тенечком и лавочками, где можно посидеть, отдохнуть, тенечки. Здесь, кстати, тоже пляжик довольно-таки с тенечком. Так, туалет здесь присутствует, уже там есть надписи, указатели. Так, друзья, здесь на протяжении по всей набережной припарковаться практически негде. Вот так в один ряд выстроены везде машины. Здесь плюс рыночки, кафе, все это присутствует. А мы уже почти дошли до пляжа. Вот тут все различные апартаменты сдаются. Как обычно, что-то в рупорах кричат. Видимо, какая-то рекламка. Так, здесь вот такая бургерная с видами на море. И вот мы дошли до самих пляжей, друзья. Здесь просто забито. Не то, что забито, здесь просто битком людей. Это начало, здесь их не очень. А вот туда дальше пройти, там их просто валом. Да, друзья, конечно, парковаться надо где-то, искать место и сюда пешком идти, потому что все везде занято. Развлечения здесь, естественно, присутствуют, и катамараны, и бананы, и все-все-все здесь присутствует. И горочки все различные, и детские горочки прямо вот тут на пляжике расположены. Вот такие вот детские горочки для деток с бассейнами. Так, еще, друзья, что здесь мне понравилось, хорошо сделано. Здесь вот такие вот установлены столбики.
и ограждает, получается, дорогу от тротуара. То есть можно быть уверенным, что никто у вас здесь на тротуаре не припаркуется. Решение довольно-таки интересное. Вот, друзья, мы уже дошли, где пляжи полные вообще полностью. Сейчас мы еще спустимся поближе туда к воде и посмотрим, что там происходит. Там на катере катают, на бананчике. Ну, сейчас уже не бананы, а как дракончики. Ну, конечно, лужи, не без этого. Так, друзья, здесь уже вот так вот на протяжении всего пляжа и тянутся вот эти вот лежаки и все остальное. Душ присутствует, туалеты присутствуют, кафешек всеразличных тут навалом. Так, друзья, как обычно, я зашел в одно из кафе. Здесь что хорошо, музычка в данный момент не играет, но вообще музыка играет во все кафе. Сейчас мы здесь посмотрим, какие цены. А вообще, почему я сюда зашел, вы посмотрите, как здесь интересно расположено это кафе. То есть сразу на берегу моря, вообще шикарно. Ну и сделано, конечно, так внешне неплохо. Цены, конечно, я вам сейчас все покажу. Название этого заведения тоже покажу. Ну, здесь как раз оно находится вот тут, где дракончики возят покататься. Кстати, вот что мне больше всего здесь интересен такой вопрос. Вот вроде бы пляжи бесплатные, но здесь установлены лежаки таким образом, что он получается чуть-чуть не бесплатный. Здесь, в принципе, без лежака и негде так вот притулиться. Так, цены здесь. Ну, это тут напитки всякие. Давайте-ка пролистаем. Лимонады, безалкогольные всякие. Так что нажимайте на паузу и читайте, что вас интересует. Так, здесь уже получается лососик, креветочки, мидии, картошечка, 150 рублей. А, 150 грамм, 200 рублей. Вот. Ну, здесь на столах такие вот штуки расположены. Тут дезинфектор, салфеточки всякие. Ну, это дезинфектор от коронавируса. Потом сахарок, палочки, все здесь присутствует. Ну, местечко такое симпатичное. Можно посидеть, кофе попить и потом идти дальше купаться. Водичка сегодня чистенькая. Так, друзья, вот тут я выяснил, вот тут лежаки, они не сдаются, они только для отеля, вот это вот море. Ну, заходить, купаться можно, все в порядке. Ну, здесь, в принципе, так и почти негде расположиться, тут все в лежаках. Так, друзья, вот на этом пляже уже шезлонги по 150 рублей, зонтик 100. Так, вода довольно чистая. Ну, волны, конечно, присутствуют. Так, друзья, здесь еще по пути есть вот такие всякие кафешки, ресторанчики. Так что, друзья, здесь всего навалом. А сколько стоит?
Морская прогулочка на 1500, 2 часа. Угу. Спасибо. Так что, друзья, вот такая вот прогулочка. Так, тут пончики, бургеры. Друзья, здесь, получается, в стороне профессорского уголка, здесь все различных кафе, всего-всего навалом. Естественно, экскурсии, как и везде, присутствуют. Вот здесь какой-то участочек пляжа, он пустоватый. Так, друзья, чебуреки 90 и 100 рублей. Ну, там все различные, в зависимости с чем они. Здесь такой мини-рыночек. Так, персики 150. А когда примерно? Помидорки 120, черешня 280. Ну, почти как в Симферополе. Чуть-чуть накручено, конечно, потому что это все-таки курорт. Так, друзья, вы все время спрашиваете, чтобы я номера вам снимал. Вот один из номер телефона. Так, улица вот такая вот, если что, имейте в виду. Цены, если для одного человека 1000 рублей за ночь, и если семья, от 1500 до 5000. Так, давайте я вам так вот покажу, чтобы вы имели в виду, где это находится. От набережной, ну, наверное, метров 400. Так что, друзья, вот мы и прогулялись по профессорскому уголку, посмотрели, сколько там много людей, что там есть. Цены в кафе мы тоже посмотрели. Вы не забывайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. Ну, а вам, естественно, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, что у меня в описании есть ссылочка, где можно посмотреть, где что сдается. Это я нашел такую ссылочку. Ну все, друзья, до новых встреч, в новых видео. Всем пока!